Так, здоров всем, ребят. Закрываю все лишнее. Сегодня уже получше себя чувствую. Соответственно, можно хоть немножечко покомментить. Вот, сегодня вроде как и Даша, скорее всего, Машу. Так, короче, в Арди, говорит, там снег в Лондоне у них. Он машину разбил, поэтому ему придется ливнуть чуть пораньше, по ходу дела, я смотрю. Я не понял, до конца мы будем стримить или не до конца, я даже ни хз не понимаю, если честно. Вот. Здесь нужны плюсики, я вам видюху скидываю, это вчерашняя группа. Кому интересно, смотрите. Вот. Уже соплей поменьше у меня загустились они. Ну, блин, теперь шелушится все под носом адски, конечно. Так, спрыгиваю в игру, я смотрю, что-то там уже начинается. Инферно подчеркивание 7 поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает: Помни, спасибо за стримы. Спасибо, Инферно 7. Что-то не успел я начать, а уже тут поддержос полетел. Спасибо всем большое. Вот. Сегодня, кстати, последний день осени 2017 года, и даже не крайний, а именно последний, почему бы, что 2017 осени больше не будет для нас с вами. Вот, могу вам, кстати, показать, да, Варди про снег сказал, а у нас-то тоже тут сюрприз. Сегодня я с утра встал Машу с Дашей в садик проводить, но потом Маша сказала, что с мамой пойдет только. Я кошелек обратно, но вот у нас такая хрень творится просто. Что, вылез из-под ванны? Болван. Чё ты туда влез-то вообще? А? Чё ты влез-то туда, а? Иди нахрен. Оп. Оп-оп. Ну все, ждем начала. Курс здоровается, всем здорово, короче говорю я. Тоже сейчас рекламочку пельнем быстренько. Я на завтрашнего дня уже буду пробовать побольше немножечко стримить, потому что вроде как полегче стало. Вот. То, что я ссылку скинул, вот вчерашняя запись дня. А потом еще подскину попозже. Thank you.
Сморкаемся чуть-чуть. Так, что-то там у Псинси какие-то косяки. Ну что, ребят, первый матч начинается. Поехали. Спасибо. Здорово, Арамчик. Здорово, Кайтем. Здорово всем. О, испанец. Нихера себе, я тебя 1000 лет не видел. Заглянул в чат. Здорово тоже. Как твои испанские дела? Испанско-русские. В общем-то, у нас первый матч. Я вам группу не показал, в общем-то, устно вам скажу. Устно вам скажу, что сегодня у нас в группе играют пацаны, которых вы здесь видите. Это Creator Impact, и это еще Hiro и Tiwa, еще более мощные чуваки такие. Я бы сказал, что это топовые корейцы даже. Так, останавливаю все плееры, я на всякий случай. Чтоб не лагало ничего.
Что-то там у Псенсина все происходит. Не знаю, что у него за хрень с Инетом. Мы это наблюдали на Весге, что там его что-то дропало. Далековато, наверное. До Хоста, до Варди, Англия, Псенсин, Владивосток. Это полмира практически, ё-моё. Ну, не пол, конечно, поменьше, но очень далеко. Здорово всем, ребят, всех с последним днем осени 2017 года. Завтра у нас декабрь уже наступит. И круто, и грустно одновременно, но я как раз поправляюсь. Надеюсь, все будет норм. Завтра у моего другана старого днюха. Кстати, игра будет. Фил делает сталкер здесь. Погоня за собачками идет небольшая. Ну, понял кредиту, что нет смысла высовываться. Скоро-скоро их доделается, и нужно как-то ему готовиться. Соответственно, кроем всяким. А здесь вообще, посмотрите, что забил-то элегантно. Скорость, конечно, доделаю с овером. Плюс гейты заказал у нас креатор. Но здесь делается чарж, и похоже, что это чарж-улын вообще. То есть он сейчас специально обождал немножечко, чтобы скрыть заказ еще гейту. Потому что иначе, ну что это за билд 4? Хотя, в принципе, есть и 4 гейта чарж билды, как бы. Ну, как мне кажется, чушь полная какая-то 4 гейта чарж. Я бы уж сюда Архуна Харас использовал бы стандартный. Я не знаю. Еще один овер выдвигается, зелененький, чтобы пропалить. Тут же этого половина хп, как бы его могут сбить. Оп, как не вовремя Линга-то отвел сейчас товарищ Импакт и... гражданин Импакт, не знаю, гражданин, товарищи в Северной Корее там живут. И не спалил вылет призмы, я только вот сейчас заметил, она тут прилетает уже близко. Ну, 4 зелка варпанул дома, архивы темпларов-то будет. Конечно же, это будут у нас архоны. Ну, а здесь 4 зела вперед бегут, они королеву могут сейчас распальтушить просто в пару секунд. Прямо вот видно, что прыгнули зелки на чаже сначала, не в королеву, а в хату. Но во время полета, я так понимаю, переконтролил креатор. То есть чарж, оказывается, не сбивается при переконтроле. Может, конечно, так они просто полетели криво, но мне показалось, что сначала они летели в хату, потому что слишком уж траектория была направлена на хату, а потом, потом они резко прыгнули в королеву. Так что, похоже, все-таки это так и есть. Две пробочки у нас минус на второй базе. На мейне это непонятное расположение гейтов, все тут под адепт на рампе встречает собак, ну тут они с зелками разберутся быстренько. 47-50 по рабочим, 49 уже вот по рабочим почти уровень идут по экономике. Ну импакта подозрительно, вот у меня 3 реведжера есть, он еще роучи тут, у него стоят, у него и так 12 роучи, он строит роучи и строит, и строит, и строит, то есть это роуч-пуш будет очевидный, да, как бы. Ну а сейчас креатор, кстати, спалит это, и все, что ему нужно, это бусты в имморталов кидать, по-моему. То есть, если у него есть бусты, просто кидать вот сюда, если 2 их, 3 штучки успеет да, сделаться к моменту выхода зерговского, то тогда будет прекрасно просто. Корсарка. А, его перенесли, походу, да, короче, он должен был в другую. Он уже отыгран должен был быть этот корсарка, но, походу, его перенесли, я так понял. Нет, скорее всего, не буду стримить, потому что я не до конца поправился все-таки. Хотя уже разговаривать могу нормально.
Ну, у меня просто адово здесь все. Просто объело, как бы смазывать надо еще. Ну, мне холодно, температура, чувствую, есть у меня как бы небольшая. А может и большая, даже не знаю. Уж сегодня что-то прям не встать было с утра, а сейчас как-то прохладно. Надо допоправляться. Овер минус. Ну вот пуш пришел, здесь два иммортла в наличии имеется у Протца. Идет он вперед, сзади архоны, спереди архоны. Что-то я не вижу достаточного количества филдов, правда, почему-то. Надо по иммортлу прикрыть сейчас от роучей, поступающих ближе сюда. Ну, филды так себе у креатора, иммортлу ключевой юнит. Вот здесь нужно было контролить именно иммортлу. В первую очередь. Почему? Потому что самый ДПСный юнит по этой армии, извиняюсь, пробил ножок, что мне кинул зерга почему-то. Если бы Эмотлов долго уконтролил, может быть, что-то и получилось. Но контроль у креатора не был на уровне Зеста какого-нибудь там. Или Хира. 1-0 для импакт. Спрашивает, Варди лагала там или нет. Сейчас что-то долго в игру заходило, а так в игре лагов не было, как видели. Так, ну что, импакт 1-0, ребята, карта, поехали. Да, ну да, вроде лагов нет, спрашивает Син-Син, лагает, Варри говорит, в данный момент лагов нет. Действительно, их пока что нет. А вот теперь есть.
Вливает Синсин, что-то у него сегодня вообще дичь какая-то. Микроодесто, ну микроодесто я помню, на какой-то турик-то стримил я. Может, даже из игры не помню, где Зест просто нереально там законтролил от Нидуса Роговского, по-моему, или чего-то, где он просто там ни Архона, ни Иммортала не потерял. Я просто не понимал, что можно, у него все как бы в призму это влазило, вылазило, когда нужно, как бы он там превосходящий нереальный лимит отбил, там в стиле 80 на 120, как бы, ну, может, не такой лимит, конечно, был, но очень жестко было со стороны Зеста. Так, ну что? Вот он проход, здесь будет еще здание, стенка будет закрыта. Раскачивают вторую креатор, все стандартно, абсолютно не через торги, через Twilight играет. По рабочему пока включит, что тоже против Зерга абсолютно стандарт. Здесь подозрительнейший Беллинг Нес ставится у импакта, и мне такое ощущение, что это Беллинг Бас будет на самом деле. Так это или нет, посмотрим. То есть такие Беллинг Неста, они не ставятся для обороны, как бы. И собак при этом заказано было. А, вот, десяточка уже есть где-то собак, 9, да. И 12 еще строится. Эти сейчас подготовятся, здесь будет где-то вот здесь вот или снизу. Вот лучше бы я здесь бы морфил, чтобы уже здесь обходить вот надо. Будет на морфин и Бейнеса. Ну или здесь, неважно, да. Скрытно достаточно. И прибегут еще сейчас собаки сюда. Пойдет Бастик сейчас. Здорово, Кус. Здорово всем. Мейл там. И т.д. Испанец сидит, но молчит. Которого тысячу лет я не ел здесь. Как-то так. У нас людей прибавляется. Ребят, то есть не смотрите то, что я анонсы ни в группе не пишу, нигде заранее. Просто, ну, я сегодня решил выспаться так. Конкретно ЭГ вообще план, короче, Беллинг Бас зашел. Ну, потому что без сентрей просто сейчас любят играть, как бы, и сами понимаете, это чревато последствиями такими. Так, сетку на твич держите. Так, а здесь что у нас с плюсиками-то? 7, ребят, вот здесь плюсики нужны. Это вчерашняя запись. Варди перегружает StarCraft, короче.
Так, начали черкать, молодцы. Так, как там с плюсиками-то? Лоб 12 есть, отлично, вчерашняя группа готова. Сейчас будет хост и уже второй мы матч будем смотреть. TY Creator у нас будет. Ну что же. Креатору придется туго, я вам скажу, потому что TY посерьезнее импакта будет. С другой стороны, сейчас тираны ноют на процессах, ничего нового не придумываю. Привет, Вердос. Ну, что-то я заметил, что не все, на самом деле, сталкеров-то строят. Ты, как бы, тоже смотришь, что, обратите внимание, что Старгейт, например, вообще не вышел из оборота совсем, как бы. Ну, сталкера колоссы почаще достали, конечно, использоваться. Вот. Ну, это понятно, ну, так... Чё ты-то стал не строишь? Те, что с тиранами как раз проблема. Надо вот от этого исходить, контроль у тебя есть. С
сталкер пуша там с плюс 2, с нулем, там какие-нибудь ранние сталкер пуша. Я не знаю, сталкера колосса. Стандартные вархонов, шторм далее. Либо сталкеры колоссов, темпестов. И шторм. Здорово, Шева, здорово всем, пацаны. Крейдер Тивай, первая карта. Посмотрите, что творится. Тивай решил, что к черту этого крейдера, короче говоря. Надо быстрее его пробревать. Либо, я не знаю, протуса имба, может, Тивай поплакаться хочет. И либо просто он спешит куда-то, либо вообще просто у него задумка такая была. Не знаю, причин может быть очень-очень много, почему он так играет. Но он играет прокси. Он играет прокси, прокси-барак слабый. Это, то есть, мародер, видимо, факту с переходом. Но креатор разведывает, прокси пришла, и надо проверить, что там происходит. Будет проверять, где что. Да, проверяют. Барак прям сразу найдется сейчас. Мародеров фугаса, да? А здесь уже братюня вышел, зелотюня. Нафиг второго, не знаю, про крейтер строит. Передумал, второго строить, сюда строить, сталкер. Батарейка, по-моему, здесь уже мародерами, но просто нереально тяжело будет что-то сделать серьезное, как бы, да? Тут батарейка пила, пытается минутнуть. Пробки выходят, фугасов еще нет. Ну, пока постреляет мародер. Ну, сталкер уже вышел первый. А ведь он ходит быстрее мародера. 20 дамага, потому что броня одна есть, а так 21 у сталкера. Дэмэдж. Ну, двумя мародерами с фугасами уже можно и поконтролить, попробовать. Ну, а сталкера пытаться фокуснуть. Как ты фокуснешь, когда здесь две батарейки. Здесь 600 полей они могут восстановить. То есть тут только залп можно убить с одного, без восстановления полей. Копить мародеров, да, и барак вот полетел. Факта дома, факта строит циклона. Здесь прокси Старпорт, то есть либератор сюда залетит, либо баншу инвизну может даже хочет сделать, не знаю. У нас Тивай. Ну, три мародера, кстати, пока они могут сработать, как бы, но очень скоро они не смогут сработать. Почему? Ой, под батарейку вот полез-то, дружочек. Все, минус мародеры, печаль полная. Да и этот тоже никуда не денется. Тут еще Тивай дома-то отбиться бы вообще. Порезало бы беднягу. Спалил Старпорт. Нет, буквально миллиметр какой-то Старпорт не спалил. Сейчас Старпорт спалил бы, крейдер это ГГ бы практически было Тиваю. Просто пойти сталкерами убить его, они достаточно быстро его убьют. Ну, по крайней мере, Зилка можно здесь оставить. Фу. Вообще здесь своего крейдера какие-то пилоны пошли по периметру. ЦЦ-ху делает Тивай, делает реактор на факте. И барак дома делает. Так, прокси-пилончик. Еще один у креатора. Здесь не слабо, так я смотрю, циклоны заехали. Минус пилон. А, потому что сталкер и феникс за либератором гоняются, который с мейна у нас тут пришел. Но одного циклона уже никуда не отпустит креатор, это очевидно, да, становится. Умудрился потерять сталкер, нет, второго не потерял, батарейки восстановилось, энергоснабжение, энергопитание, я бы сказал, не знаю, восстановились пилоны, короче, грубо говоря, и батарейки включились. А здесь еще один гейт, и выход идет. То есть это 4 гейт пуш плюс старгейт с фениксом, с оракулом со стороны креатора против Тивая, который... Который в мех решил сыграть, ничего себе. Тут, кажется, все будет сейчас решено. Хотя, смотрите-ка, куда едут у нас циклоны. Доделался сталкер, его надо срочно увезти отсюда, иначе беда. Батарейка здесь не помешала, что ж.
Оракул прилетает, оракул сильно помогает по дэмэджу. Минус гелики, минус циклоны, да, варп, чувствовал керов. Идет бункера, нет, один полудохлый циклон, похоже, это на 1-0, конечно, но с вычинкой циклона, мне кажется, сталкеров могут развалить теоретически, как бы. Хотя сталкеров намного больше, еще и водила, ты еще где-то там оракул. А, он на мейн очень полетел экономику минусовать. Вот решил креатор надежно подействовать, можно было пытаться в ловкость все убить. Контроль убогий, попустит ты ему вот этих циклонов чертовых и все. Куда ты лезет, куда вот лезет, не пойму вообще. А, здесь, кстати... Трех ударов, теперь оракул рабочую, смотри, убивает. Ну, лучше по оракулу, вот реально, лучше по оракулам здесь помог, циклонов от фокуса бы всех доубил бы уже оппонент своего. По итогу циклонов не фокусил. Ну что боится вообще креатор сейчас? Что за контроль такой мертвый? До этого залпа можно было убить. Просто подойди, да, чтобы все стрельнули и все. ГГ, чувак, пишет. Вот это можно было сделать в прошлый раз просто. При прошлой атаке. Ну, креатор что-то тут перестраховывался, не уверен был он в себе, как бы. Вот. Идем вторую карту. Не, ну то, что креатор выигрывает TY, вот так вот говорит о том, что да, тираны не супер сильные, может, сейчас, но и TY, я бы сказал, тут ну, ничего не показал вообще особенно. Какой-то прокси, пуш и какой-то бред, если честно, но вот. Ну, что тут говорить, как получилось, так и получилось. Прыгаю в игру. Так, ну что? Ротор, да, Оптимус раскатал. Здорово всем на Твиче. Да, сегодня получше. Сопли сгустились все. Как бы так получше. Мал ставит на победу Фэлрейзера против Инновейшена. Ну, посмотрим, я был бы только рад. А то, что Роттердам Оптимуса раскатал, ну, всякое бывает. Роттердам может карту там у Оптимуса взять какую-нибудь, там, я не знаю. Почему бы и нет? На наши зомби напали. Здорово всем, спасибо всем за вопрос про здоровье. Так, рекламу я пильну. У вас она пойдет не тогда, когда я это говорю, естественно. Да,
все получше, как бы, да, но вот что-то температура, походу, есть. С утра было холодно, прямо вообще. Вчера я лег еще до 12 часов, без 15-12, вот. Встал в 7 с лишним, как бы, ну, вот, Машу в садик, она плачет в садик, всегда я ее подержал, погладил, пообнимал немножко, сказал, что не боялась, рассказывала мне, что там, если кто ее обижает. Вот, ну, вроде успокоилась она немножко, обещал забрать пораньше, но сегодня может даже жена моя пораньше освободиться с работы. Заберет Машу, вот. Пока это неизвестно. Но если нет, то, как обычно, я опять пойду забирать. Вот. Ну, а потом опять залег просто. В 8 где-то и до 12 прощемал. То есть ты почти 12 часов отсыпался. Ну, за все недосыпы. Ну, и так, вроде нормального. Когда болеешь, спать хорошо. Прохладно, Вердос, прохладно. Вот если бы ты нагнул кого-нибудь, тогда бы из тиранов, то бы мог бы постыдиться, а так, ну... А так посмотрим, что там где понерфит. Вообще не знаю, зачем сталкером так дэмэдж поменялись, честно, чем стандартный, обычный юнит был как бы и раньше. На горе стоит статуя. Виртуальная. Короче. Две минки, четыре марика дроп тевая. Сейчас летит сейчас у нас сюда. Так, тут минки не сработали, на вторую полетели. Минка минус. Ну, креатор сумбурно, я бы сказал, как сумбурно, но отбивается. Ничего не потерял в итоге, вы видите. Ну, только рабочих покатали. Ну, покатать рабочих уже дело хорошее. Марики танки от Тюрана. Ну, кстати... Марики танки со щитами тайминговые против сталкеров этих новых вообще неплохо. Даже сталкера колоссов может туда заходить. Здесь у нас третий Nexus, что-то лаги какие-то, откуда никто не я ли лагаю. Да, у меня, кстати, 400 пинг, но это чуть больше, чем обычно, как бы вообще 350, здесь 390, не знаю, на 40 лет больше. Нагасть два рабочих. Да, в какой-то момент было, по-моему, на мейне, вот сейчас уже только что направил кивай, мне тоже показалось, сейчас два я видел. Вот. Идет вперед тела. Я не понимаю, почему он. Почему бы этот билд не сделать с двумя лапами. Он та с двумя лапами кошмариков меньше будет. То есть. Так, щитов нет, а так мариков было меньше. Ах ты пес, пытался танк укуснуть. У нас креатор. Надо сзади с этого красного танчика оставлять. А зелененький вперед переводить.
Так, тут Силай разгружается, где может. Подпустил сюда вообще креатора. Лимита больше, какая убогая позиция у Тивая была, а? Зачем он сюда танки сидел? Зачем он сюда возил все? Как можно здесь ныть вообще на что-то? Стоял бы здесь танками, спереди марики были, прирост идет, все идет. Зачем он сюда вообще лез? Вот сюда вот. Он, во-первых, танки отсюда даже до Никсуса не доставали. Не знаю, бред какой-то вообще. Тем не менее, Тивая больше по лимиту намного, смотрите. Все пока норм у него. Более-менее. Но по грейдам, вот, на самом деле, больше, чем сталкеры, мне вот нравится вот эта тема. Просто, что сейчас, если ты, у тебя голова вообще работает, тут даже руки второстепенно, как бы, ты по грейдам всегда тирана будешь опережать. Всегда. А это для протоса очень круто. Так, у Воли тоже что-то подобное было, конечно. Здесь просто если бустов подкопил, то они два сразу ускоряют, сразу. То есть теоретически ты скопил, ну сколько там грейд делается. Допустим, там 140 секунд, ты 7 бустов скопил. Кидаешь, и он делается 70 секунд. Больше как раз один буст 10 секунд, и... Блин, что-то подлагивает маленько. Ну как раз два раза он ускоряет. Так-ка, закрою, короче. Ага. Чуть гейплеер вырубается. А, пинг повышается. Не знаю, в чем прикол, 440 уже. Креатор кушать собрался, Тивая это вот только сейчас заметил. Повезло, что пилк не за что не заблочил. Тивай бьется как можно. Не понимаю, куда креатор лезет, если он. О, хороший фокус призмы был сейчас. Минки стрельнуть не успевать, это минки тупые. В чем преимущество? Где вот это? Где весь плюс боевой лимит Тивая? Я понятия не имею. Он, видимо, в продакшене это весь плюс лимит. Тут Тивая отобьется, кстати, от креатора, я вам должен заметить. И отобьется достаточно. Он, я бы сказал, что легко прям, но отобивается, и все нормально. Ровненько сяду. Ну, там четвертый некс, правда, зашел. 2-2 грейда, если вот 3-3 пошли. Ну, вот это что? Забыл броню. С процессами, которые так грейды делать, забывать апгрейды не надо вообще тиранам сейчас. Ну это косяк Тивая, безусловно. Вижу все по-взрослому. С трудовым подвигом готово. Давай, удиви меня. Так, все, абсолютно лишнее закрою. Сейчас что-то, блин, мне не нравится как-то. Лаги какие-то. Что, вдруг это у меня лагает? Ну, вроде как не должно быть. Как бы пинг чуть выше нормального, на 50 где-то, на 60-70. Планетарочка у тебя, 127-150. Третья атака пошла. Да нет, делаются грейды нормальные, все вообще. Видит Тивач здесь сталкера, его наглую стать, пытается их прогнать. Ну, креатор решил подразменяться, подразменялся так, что сталкер одного слил. Самому уже пятый Нексус погнал. Ну, все правильно креатор делает, почему пятый Нексус не заказать. Мне кажется ошибкой, что не делает колоссов у нас. Смотрите, две туретки в одном месте, и креатор умудряется вот прилететь именно к ним сейчас.
Так, с 3-3 утева сейчас будет, уже готов играть. Третья атака. Тут дропчики минок по чуть-чуть. Рабочих подрезают, тевая клеит уже. 42 рабочих подрезал, я вообще этого не видел, где я был вообще. Когда это происходило, все, даже не знаю. Что-то бегал-бегал, тела, и грейдер его унизил, просто пришел. Ну, вот так вот, да, можно сказать, как не очень. Но если бы тела в гастов вышел, мне кажется, все нормально могло бы быть. Тела играет старым стилем, с минками. Ну, а как что играть-то? Я думаю, что гастов надо добавлять. Причем, чтобы их немало было, штук 8-10. Кайло. Минки, да, минки они, но они одноразовые еще стали. Получается. Тивай против импакта далее должно быть, по-моему, у нас. Сейчас я посмотрю даже. Так, сейчас. Так, не было там никаких гастов. Они только первые там пару вышли. Либераторы с ранжом гасты. Не успел Тива этого ничего сделать. Слишком долго ходят тираны. Сейчас бьют, чуть пытаются. Уже все изменилось, и они пытаются по-старому играть. Поэтому, конечно, ничего не получится. Я думаю, поэтому сильно ничего и менять особо сейчас не будут. Как бы. Близзарды. Ну, посмотрим. Посмотрим, что они там поменяют. Вета поддержал ваш канал на 1000 рублей. Спасибо, мистер Вет, большое.
В общем, ребят, сегодня получше себя чувствую. Рад за себя, рад за вас. Ну, могу хоть что-то покомментить, как бы, но сегодня сверхдолго стримить не буду тоже. В любом случае, как бы. Что-то голова чуть-чуть даже побаливает. Это единственное. Еще ночью это было. Так, Impact UI, да. Сейчас матч будет. Почему бы и нет, да? Скажу я вам. Всех с последним днем осени поздравляю. Завтра зима начнется. Уже у нас снег выпал сегодня ночью как раз к этому. Прям когда по таймингу вообще зашло. Вот. Что могу сказать? Круто это все. Посмотрим, как Тивай против Импакта. Очень Тивай фаворит, конечно, здесь. Но может ему сейчас задизморалят то, что он Протсу проиграл, например. Как бы, и сыграет плохо, например. Ну, не знаю. Одиссей первая, катализатор вторая карта, ну и третья какая-то сейчас будет. Южнее, как бы. Западный перенос воздушных масс никто не отменял. Как бы по Прибалтике у меня тут климат больше сходный с другими немножечко регионами. Даже вон в Питере мороз может быть, а у нас здесь нет, как бы, например. То есть тут ветра, влияние моря там и т.д. и т.д. и т.д. То есть много чего влияет здесь. Так, рекламку пилю еще раз. Тает лед между нами, Дэвид Джонс говорит, и Фрэнки Бой. Между вами это точно тает, я уверен. Вот. А у нас снег лежит, вообще норм. Кайтем тоже тает, наверное, там, не знаю.
Так, тиваем пакт, ребят. Тиваем пакт, поехали. Так, цеха первая у тивачка. Одиссей у нас тивай на 5, синий на 11. У нас импакт красный, у него 17 хата гаспуба убил. Улучшение командного центра завершено. Так, контрола поставлю, чтобы увидели, что там и как. Так, все ЦЦ-шечки на шестерку утевая, а еще на 3 и на 4. Интересно, как у него. Он все одним контролом, всю армию контролит, что ли, не понимаю. Ладно, посмотрим на более поздней стадии. Все обычно хотя бы контрола 3 оставляют под армию, потому что там разнотипные юниты как бы контролить, да, там варкрафтерам более привычно через стаб контролить там одну армию, допустим, как бы, ну, тивая и варкрафтером-то не было, когда он в StarCraft, я бывший первый StarCraft играл, получается. Здесь у нас один король, так, два армия, три королева. Один или три королева. Четыре армии, странно. Интересно, как тоже. Пять хаты, шесть хата, семь, восемь отдельные. Оверы там два. А, ну оверы, которые разведывательные, да, здесь на нолике. Ну, кому как привычно, то есть про геймерам на любые. Это хоть на что бинди, как бы, если ты играешь столько лет, столько игр, тебе уже удобно. Дело привычки, понятно, просто... Просто иногда необычно очень контрола выглядит, как бы, ребят. Завтра, кстати, очень интересная группа на данном турнире. Помните об этом, какая интересная. А интересная она тем, что там есть Hellraiser, во-первых, игрок из Украины. И у него интересная компания такая. Rock, Zest и Innovation. Пытается тут отогнать слингами, конечно, все, импакт, но у него не очень-то получается, нужно сказать. Но! Это шоу-лейн с роучами пошел. Будет Сивай вообще бункер строить или нет? Ну это вот как с процами, прям. Можно сейчас насосать вот от роучера и вот жиропуш, помнить, что где-то там имба есть. Ну то какая это имба-то? Ну ты вообще ничего не видишь, не готов вообще ни к чему здесь Сивай. Надо уходить отсюда. Он сразу пошла тут лаба. Начинаю КСМ взять. Марики здесь это сбоку.
Да пуху не отменяет нифига, короче, собака тебя отобьет быстренько, Тивай. Ну а что делать с этой херней всей? Да ничего, ГГ писать. Ну как так можно вообще, блин? Геликами дерется, не морфится ими в хеллбатов, хотя они намного сильнее бы здесь дрались бы. Марики вот сейчас бункер, все, два танка Тивай, кстати, строит. Ну, этот уже и садится, подумал, Тивай нахрен не надо, потому что будет как в анекдоте, шел медведь по лесу. Видит, машина горит, сел в машину и сгорел. ГГ, ребята, 1-0. Импакт, я же говорю, Тивай может затилтануть, по-моему. Конченый, просто, я извиняюсь, у меня нет других слов. Морфит прямо в бою хеллбатов, прямо под реводжерами. Фаерболы, пока не морфятся и двигаться не могут, по ним проходят идеально. Танчики под это вообще, ну это я не знаю, просто... Ну, Тива иногда играет просто очень сильно спустя рукава. Он понторез как бы очень сильный, меня он бесил этим раньше постоянно, как бы еще он постоянно там все бичи, всех он развалит. Не, действительно, он как бы один из лучших игроков в мире, но... Ну, потом выдает вот такие игры, как бы, ну вот что... Я не знаю, зачем это все надо... Так, прыгаю в игру. Привет, 12 битс. С ибупрофеном поаккуратнее, это на самом деле тема такая, которую жрать не надо лишний раз вообще. Вот. Не заметил, как ты пишешь. Импакт 1-0, ребят, и здесь с мейном. Полночный с катализатор, картона следующий. Ужасно Тивай отбивал, скажешь, в прошлой игре. Ну, то есть у него даже бункеры успели достроиться. Ну, затрансформируй это хеллбатов чуть раньше. Ну, сделай ты что-нибудь, в конце концов, вообще. Ну, ладно, может, еще все сейчас придет, я не знаю, для Тивая. Так-то еще он не проиграл полностью матч вообще-то. Пару лингов построил здесь. Импакт стандартно, они оббегать будут сейчас. У Тивая Рипер будут пытаться покусать рабочего здесь.
за пятки вот этого. Ну и кусают. Шрипер улетел. А собаки где? Собаки оббегают. Тива хитрец. В ней Vision Over. Смотрите, смотрите, какой хитрый. Ну, молодец. Вот такие темы уважаю, да. Вот просто великолепный Mind Game со стороны Тива. И собак принимает. Ну, вот а то, как в предыдущей игре играл, он вообще, ну... С другой стороны, может, там какие-то особенности. Может, он геликов трехлбатами трансформировал, что мобильность ему нужна была. Но играть без бункера абсолютно. Плюс, как бы, гелики ездили, можно было третью базу проверить немножко. Сейчас, прям, вот сейчас, я не знаю, одну из трех-четырех игр зерги стабильно играют этот роуч пушки. Ему уже привыкнуть пора, то есть его надо ожидать иногда хотя бы. Иначе беда. Вот он, Линк сныкался от ужасного Рипера. Написал, что не выиграл ни одной игры на новом патче. Ну, у Тива иногда есть комплекс вердоса, как бы такого. Самобичевание, это я давно заметил, как бы. У вердоса единственное весеннее-осеннее обострение еще бывает, вот. А зимой пердак мерзнет, а летом горит, как бы, немножечко. Поэтому нет сезона, когда все норм. Вот. У Тива у него, ну, нытье, как бы, на уровне поставлено хорошим тоже. Бывает что. Ну, тащить, ну, так, в этот раз через одну армори игра опять играет мех, судя по всему, не био. Ну, разницы здесь мало, Тива и мех хочет сыграть, может сыграть круто, на самом деле. Так, 4 гелика, рипер на третью и дропчик на мейн 3 гелик. Почему именно 3, не знаю, кстати. Уповер еще один викингом найден. Тем более, да, согласен, импакт еще чаще лучше играет, чем обычные все зерги стандартные. Так, собак пожег, рабочие переселяются, укрываются. 4 дрона минус, на третий пока тормознулся Тивай там с кушем своим. 9 дронов минус, это уже достойно. Опа, на вторую сюрприз, мазафака. Едет 12, это 1-1, похоже. 15, хотя, играя в мех, можно еще зергу ожить против... 25, не-не-не-не-не-не-не-не-не, хорош! 20, 30, рабочих, что это? 32, Тивай взбесился. Это называется набафал на себя нытья, настакал, как там в доте, там у некоторых этих есть. Типа как этот там, как и у Бэтрайдер, там еще кто-нибудь там. Настакал на себя этого кала, и, ну, бомбануло и сыграл норм, как бы. Жёг 30 рабочих оппоненту, что теперь делать импакту вообще? То ли рабочих строить, то ли кушать, и вообще непонятно. Здоров всем. На самом деле, вердосу в любом случае удачи желаю на веске финальном и хорошо подготовиться. Вот, а так потроллировать-то можно маленько. Тут пес этот, кстати, который сныкался сначала, что ли, походу, да. Стоял здесь, караулил, видишь, как. Помешал тут газ заказать, но недолго мешал. Факторки садятся. Интересно, третью игру Стива это выиграет, он будет мех играть тоже. Скорее всего, да, мне кажется. Импакт решил, что нет смысла улынить, там ломиться, Тива не пробить, и играет в экономику, кстати, уже почти сравнялся по рабочим.
Все, третья села цеха. Плюс один доделывается. Второе. Армори с трех баз. Уже можно прокормить два армори. Ну и тут гелика хелбата. Точнее, хелбата циклона, прости, гелика хелбата. Хелбата циклона здесь. Напряги идут. Зерга со стороны чего. Крип выбивать пытается. Здесь на третьей базе будет пытаться размениваться. Чуть через заклик, правда, идет. Можно было отправить кликом хат. Попробовать тыкнуть зерга сагрить сюда. Выйти поближе. Королев что-то не трансфьюзит. Импакт был же энергия. Ой, пожгло 23. Вы видите этот ручеек? Костерок зажег. Тевать 30. Как там импакт рабочих ловит, я не понимаю. Но тут совсем, блин, импакт что-то залил эту игру. Смотрите, АПМ. 352, 353, один АПМчик разница. Бывает такое. Так, прыгаю в игру. Так, а когда ты Крат на прем подписался? После мистер Лета я Крат не подписался на премиум. Это было? Что премиум-то не озвучил? Вообще даже в чатике не было. Что за хрень? Опять какая-то, блин, не это. Ладно, то есть забейте. Писал тысячу раз про это, что премиум не отображается, ни хрена не отображается, ну что. Рекламу пилю. Антида тут какая-то сейчас вылезут. СМ готов. СМ готов. Улучшение командного центра завершено.
Так, ну все, пинг нормализовался. Кстати, закрыл я все лишнее, все норм вообще стало. 3-я карта Тивай против импакта. Один-один счет у нас. Первую игру импакт Роуч пушем, Роуч Рева Жира пушем, убил Тивая. Во второй игре просто зажег в прямом и переносном Тивай. За два обрыва гелионов где-то 60 дронов сжег. 30 в самом начале, как бы в трех бастом. И 30 потом еще сжег. Ну и там промежуточно, может, плюс-минус 10 еще рабочих. Короче, без шансов для импакта. Ну и игра номер 3 у нас. Интересно, кстати, продакшн. Два гелика, а потом гелик-циклон. Интересно, почему так именно. И делается медивак. А, ну потому что гелика 3 Тивай дропает. Почему 3? Потому что 3 залпа дронов убивает. Ну, с другой стороны, одного могут сгрызть, это 4 выгодно дропать, и 3 останется, допустим. Ну, Тивай на это не рассчитывает вообще, что там что-то сгрызать кто-то будет где-то. Плюс 3 Марика, плюс еще Марики циклон. Здесь другой дроп будет. 3 Марика циклон на мейн, а гелики врыв будут делать, короче говоря, вот так. Здесь будет. Меняет все местами. Нет, не будет бил у нас, насколько я вижу. Так, отъехал гелионами хитро Тивай. Опять смотрите, как получилось. Опа, собаки побежали. Вот поехал-то, балбес. Гелик вышел. Да. Один гелик остался всего. Два КСМ уже минус. Ну, тут минус. Хорошо, что он свою жизнь отжил практически полностью. Так, а здесь прилетает дроп. Да, в нем КСМ-ка, три Марика и циклончик сидит. В этом дропе пошел бункер, здесь есть крип на третьей хате. 20 собак делает импакт. Ну, с импактом такие пуши опасно делать. Почему? Потому что это сверхагрессивный зерк, и он очень, ну, часто какие-то уйновые билды на самом деле демонстрирует. Так, циклон здесь подставляется. Тивай его увозит. Собачками разменялся, гелики уехали. Ну, по крайней мере, за зерга заставил заказать собак очень-очень много у нас Тивай. Так, тут Байлинг Нест. Опа. Сдается мне, хотя не-не-не-не. Боец Хелбат пуш, наверное. Импакт, я подумал, улынить собрался Байлинг Нестом. Может, сейчас после дронов, кстати, еще собаки опять начнут строиться. Но с другой стороны, кого улын против тирана, который геликов строит. Ну, то есть он их масит, как бы, не знаю, значит, это не улын. Стопудово. Здесь отдача трех геликов. Девак улетел, но хоть собак несколько сожгли, потому что девака на один удар, как бы Тивай побоялся возвращаться. Банша в это время летает, раскарасил Тивай. Ну, несколько дронов подрезал уже, чтобы говорить. Скутит, правда, почему-то. Тех, которых один расстреляет, на мейн помчал. Опа, спорки-то нет на мейне! Ребята, во, импакт дает. Тивай заметит это, да? Смотрите, замечает, что нет лейера, что спорки нет. Это ж такой провал просто. Это для зерга супер провал. Куда ты? Фокуси, большой рабочих, что ты делаешь? Им просто просрал еще два дрона убитых, Тивай. Все-таки зафокусил. Здесь десяток рабочих. Еще одна банша на третью летит. То есть харас продолжится абсолютно точно. Как на мэне, да, прогорел здесь импакт, жесть. Надо уводить всех этих юнитов. Че их не надо вычинивать, что ли? Вторую банша ушла. Здесь, кстати, нет прикрытия. Королева только сейчас идет вперед. Быстро она баншу сбить не может, поэтому два рабочих как минимум Тивай заберет. 13 суммарно рабочих забрал. Опа! Ну, есть. Вот что оверсир доделался. Ну, вообще, как бы, я бы сказал, что в этот раз, конечно, не нажег Тивай 30-ху, как в прошлом. Но, с другой стороны, вы видите, потери у зерга выше, и, собственно, Тивай нанес урон мне какой-то начальный. Но это не неприемлемый урон вообще. То есть это не урон, после которого невозможен возврат в игру. Сейчас просто импакт отстроит рабочих, насчет апгрейда делать, у него все будет хорошо. У Тивая есть армор, и одна, кстати. Почему-то она даже одна не работает, не знаю почему. Уже бы две бы надо с трех баз, как вот в той игре. Может, кто-то выход хочет сделать, не знаю. Все, вернул юнитов эти, кстати, да.
В итоге вместо двух медивак можно медивака либератора построить. Закал зергом одновременно грейд, но зато второе армори пошло. Мог бы опережать на самом деле Тивай. Вот тиранов еще вот в этом плане не понимаю. Вот это что за хня вообще? Закажи здесь депоху, блин. Сейчас просто если уйдет вся армия, прибегут собак даже 8-10, они смогут понапрягать. Это что было? Что-то лагнуло сейчас адски, не знаю. Почему так произошло? Здесь, правда, не собирается. Да, вот Тивай здесь что-то застроит. Или нет? Нет, нет. Странно. Здесь зерк дропаться собирается, он не собирается. Получается вот это... как-то, ну... Так, коротко включаю дамаг. Крит надо подразобрать. Хелбаты не заморфились. Беллинг, гелик врывается. Ну, импакт отгонит Тивая. Но по рабочему уровень более-менее идут и по всем параметрам. Опа, как больно сейчас будет Тиваю. Это дичь. 10 рабочих просто как не бывало у тирана. Уже не 65-67, уже 55-67. Но это тоже не критично. Эпический дэм для тирана с другой стороны. Торами летает Тивачик, пытается покарать. Будет куда-то в тыл залетать. Да, пытается залететь на третью, но передумал туда лететь. Здесь дропнуться можно. Овера срезать, кстати говоря. Успели бы за два удара по незбрилипе, мне кажется. Да, гель, приехали. Синее есть пламя, два роучи заметила. Почему тут сбоялся-то? Тут можно нормально было нажать. Так, ну так, оверов подрезать. Тивай, в общем-то, действовать надежно пытается, как бы старается. Здесь, кстати, видит импакт, что четвертую Тивай овером прям ставит. Выйдет он это. Надо послать какую-нибудь либерацию, да, или еще что-то вообще. Так, старпорт с реактором, да, о, вот это уже интересно, сванхасты пошли от импакта, ну, сванхасты так сванхасты. Так, подробности про турнира, про турнир, восклицательный знак, правый верхний углу, нажимаешь на него, наводишь не. Открываются там ссылочки, там написано сетка, вот, и, короче говоря, там все написано, что необходимо. Ну, тебе это базальт, ему не впадло, и не в лом. Так, ну хасты пригнали к четвертой базе, к третьей, точнее, тиваевской базе. Тивай опять что-то одну только атаку, почему тут не понимаю? Что мешает заказать сразу два грейда, блин? Ну, видимо, наличие ресурсов или их отсутствие, но... Не знаю, как четвертых баз, четырех баз не может быть 175 газов, меньше, чем один тор даже. Вынес оверсира, вынес сейчас оверсира. Поближе надо было дропнуться, ну ё-моё. Овер ушел, зато роуч не ушел. Так, подножок на ксилнаге тут у нас с Тивай геликами и уехал с нее сразу, понял, что здесь какие-то юниты ходят. Здесь никаких, здесь все и хосты, и все дела вообще там ходят. Порами Тивай продолжает летать, работать здесь. Танки, либераторы, гель... Опа, ничего себе локустов полетел, сколько много. Тивай мимо локустов решил пройти сейчас. На вычинить, да, планетарку просто. И пойти, например, смотрите, что Тивай творит. Он решил, что локустов планетарка отобьет, и он прав здесь оказался. L2914 вот. Переподписан 7 месяцев. Спасибо, братья, за премчик. Вот, наконец-то начала озвучка работать. Ты сидишь плеток. Куда, Тивай, лезет-то тут плеток просто не... Я не знаю, как кишмя кишит этих плеток. Каких-то... Глисты какие-то просто тыквы тирана тут. Идет Тивай вперед. Ну, я бы сказал, у импакта проблемы здесь.
Ну, а локусты, конечно, залетают. Что они здесь убьют, эти локусты? Да ничего особо они не убили. Либераторы, викинги, танки, тивайтанчиков еще грамотно перевозят. По лимиту немножечко просел, но у зерка-то боевой лимит, вот он основной фактически стоит. Это сварм-хосты. А что могут несколько королев и несколько гидралисков против армады на 2-2? А, хотя еще 2-1 грабил, сейчас 2-2 еще, да, еще броня у Тивая появится в ближайший момент. Вот, времени. Так, прессинг идет. Здесь аж 30 сейхи Тивая ставит. Базу занимает, получается. Подошел Крампи ко второй базе. Начинается прессинг активно. Танки сиживаются, Тивая просто вывозит их на медиваках, туда, где безопаснее, а безопаснее здесь на второй. Гидролинго-беллинги идут отбивать. Ну тут либератор на самом деле неплохо разваливают. Гидры количество неплохое. Три танчика на мейне, тут Харас и Тивая заходит. Надо улетать на бейнов, не сливайся! Два танка слил, один увез. Ну, 3-3 делает даже пораньше, чем Зерк, по-моему. Да, на 5 секунд где-то пораньше заказал. Тивай в это время еще геликами харасит дальние базы. На синим пламем пофиг на плетки. Да, просто заезжаем под базу и... 15 дронов, 17. Ну, вот это плюсовый заезд абсолютно, на самом деле. Вот. Ну, у Тивая 86 КСМ-ок, меня это очень сильно беспокоит. Чем, вы спросите меня? Потому что тирана боевого лимита немного, на самом деле. То есть, перебор рабочих, он не всегда в плюс может выйти, на самом деле. Так, локуста сагрила у нас Тивай, молодец. Тут затрансформер этого колбатов. Спереди транспортер, молодец. Видите, как локустов убивают? То есть, гелики, чтобы сплэшем не уменьшать, а у них, когда они не затрансформированный, сплэш более длинный, такой, как бы, получается, он больше юнитов может задеть, чем у хелбата. Но, чтобы они не погибали спереди, у хелбата больше хп, у хелбата 135, а у гелика 90. Он передних трансформирует, они плюс хп получают и лечение сразу. И локусты по ним пуляют, в итоге тело отбивается спокойно. Так, здесь роучит пришла, здесь два танка есть, все норм. Здесь танчики есть, но тут что-то пароучи прям под танки зашли в наглую, не надо так делать. Здесь гелики, опять гелики берутся, но в этот раз против юнитов, которые уже настоящих ресурсов фактически стоят. Так, баншаночки, 4 банши Тива делается. Кстати, смотрите, банши им эти усиленные несущие винты делаются с той скоростью передвижения апгрейд. И сейчас будет масс баншами Тивай харасить, но почему-то они не заказал вместо тут от брони сначала вот этот атаку. Странно. Ну, в любом случае он после брони делает, у него 3-3 земля будет, потом уже все это дело. Локусты в итоге вообще в никуда сливаются, то есть неэффективный импакт локустами здесь харасит. Пошла атака. Беллинги, линги, все вперед идет, все разваливается. Ну, нормально Тивай сдерживает. Опа, 4 банши есть. До винтов 20 секунд буквально. Сварм хостов сейчас пошатает и накидывают уже мулов сверху на импакт. Оборзи... Вот я за это не люблю, Тивай. Ну куда сейчас? Зачем так рано? Кидать уже кадет. Действительно решено. Здесь еще, хотя здесь уже все решено. Тивай это понимает, да. Но это понты, блин, дешевые. Хотя корейцы так, с другой стороны, не считают. Ну я-то не кореец. Я их вообще дом труба шатал всех. Корейцев. Ладно, что-то я разбушевался, ребят. Спасибо всем за прямую за поддержку еще раз. Короче, победа от Тива. Можно точно сейчас сказать. Уверенно, я бы сказал, после первого поражения. Мощно, мясно, я бы сказал так, задорно. И динамично достаточно для меха.
Так, ну что, Тила Хиро у нас далее. Ждем. Но после победы Креатора над Тилаем, не знаю, как Хиро должен с ним сыграть вообще. Может, не понты, хостов не муви задержать? Может быть, согласен, но он кинул... Если ты хочешь задержать на муви, то как надо кидать? Конечно, не мне Тилая учить. Он там кинул как-то их в разнобой. А надо ровно в линию одну кидать. Вот, например, я не знаю, если была бы карта доступная, я бы объяснил. Есть рампа, да, и там юниты вот так вот заходят. И ты аккурат краешку рампы, в линию их так кидаешь, чик-чик-чик, и тогда вокруг них придется обходить. А так как странно Тилай кидал там вообще. Вот. Возможно, да, он хотел как бы это. Ну, ждем начала, ребят. Красавец Вердос. Рьянга пробрил 2-0. Вообще царь. А чё у тебя проблемы-то с тиранами были на Везге тогда, если Рьянга пробрил? Еще и 25 баксов поднял, ничего себе. Красавчик. Еще и на корейском сервере. Ты ж так корейцев без риса оставишь, ты че, блин? Совсем, что ли? В Москве там много точек для питания там. Малоимущих, а в Корее есть вообще, интересно. Ладно, шучу, о чем я. Рьянг же стримит, у него норм там зрителей. Я думаю, что ему не особо надо. Эй, Самолюжин, привет, Twitch, СК2 ТВ. Good
Game, тут Star Fox 108 на SK2 TV спрашивает, почему чист Чизон зовется. Я даже хз, это уже современная терминология. Мне кажется, она даже из какой-нибудь доты сюда перешла, с StarCraft, хотя не факт вообще. Но это все в первом StarCraft не было вообще такого. Был Rush там или какие-то стратегии, чист такой, я даже хз вообще. Такое не было темы. Да я не простыдил Вердоса, я его смотивировал на новые свершения, на новые результаты, как бы. А вы там что хотите, то и думайте. Так, секундочку, ребят. Ё-моё, уже 5 почти, дайте-ка я жене позвоню, сможет она Машу-то забрать пораньше или нет вообще? Секундочку. Ну все, отлично, Даша сегодня сможет Машу забрать. О, раньше и завтра, тоже уж завтра у них рабочий день, раньше кончается. Ну что, ребята, Сивай против Хира. Говорят, просто сильные. Креатор убил Тивая 2.0. Не знаю, насколько это правда, про сильные, не сильные, но очень сильные, да, как бы. Но то, что Креатор убил Тивая, хотя Креатор слабее Хира, ну, вот это очевидный, да, факт этого.
Это не значит, что Феврарь обязательно сейчас Кира возьмет и сольет, как мне кажется. Ну, вообще может слить. В принципе, да? Филд ставь. Пожалел энергии. Можно было вот сюда филд поставить. Рипера толкнуло сюда. Как раз ему на удар бы оставалось. Ну, Кира решил, что пусть лучше энергия будет. На самом деле, может, даже он прав. Почему? Потому что Гвардиан, смотри, будет иллюзия в ближайшей перспективе вообще. Вот. Тут вот не люблю такие темы, кстати, между кибернетикой и роботиксом просто. Есть пространство, где юнит может просто спокойно застрять, и он никак не выйдет вообще. Ну, либо телепортировать его на Нексус, либо призмой как бы забирать, не знаю. Минку заметил сейчас у нас Кира. Тевать на вторую скафан. Ну, сталкеры выдвигаются. Один сталкер единственный выдвигается вперед. Здесь рипер залетает, минус рипер сразу же. Гранатку кинуть успел, минка посеменила от сталкера, она с такой же скоростью, а нет, она чуть медленнее ходит, но он не стал Кира далеко за ней гнаться, и у него какой-то, я бы сказал, даже олдскульный билд здесь через Глеф, адептом, плюс один, и Мортлов, никаких блинков, сталкеров, колоссов, ничего такого нет. Правда, что для спорта выступать до 6 лет можно или не так? Ну, может, такие негласные правила есть, как бы, почему? Потому что ну, до 36 ты еще ну, бегать там умеешь, а если больше тебе, то все уже, ну, то есть тебя револьвер побьет просто и все, как бы, да. Ничего не сделать, по крайней мере, в Старкрафте будет так. Вот, в мех играет Тивай, обратите внимание. О, это интересно. Адепты против меха. Но это не просто адепты, это улыновые адепты, ребятки. Разложенные обсерверы тут по периметру хорошо. Адепты геликов унизят вообще в хлам, то есть они их разломают просто. А остальные юниты добьют других. Заметил Марик, что адепт сзади тут? Не уверен я, но перетягивается сюда у нас тиран. Адептов 14 штук здесь. Все, иллюзии полетели вперед. Заходит Кира, сталкер сейчас может отдаться. А адепты прямо в циклонов телепортируются. Хелбаты падают, циклоны падают. 1-0 что ли? Или еще нет? Похоже, да, очень сильно 1-0. Плюс 8, а без танчиков как-то печально. Да и с танчиками тоже уже, по-моему, не особо бы помогло бы, я бы сказал. Адепты приходят, Эмортл приходят. Ну, Кира говорит, что, ребят, ну, сталкеры сталкерами, но я и так унижаю, просто разваливаю вообще. Здоров всем еще, ребят. Вторую карту ждем. Ну, Хира демонстрирует, что ну силен сейчас лучше.
Вторая карта, Хира 1-0. Погнали. Так, ну цех вторая поперла, ребят. Отсевачка через Марика он играет факту, то есть газ-барак. Хотя, или даже барак-газ, потому что если Марика строишь, то есть ты на рипера 50 тратишь, а так нет. Наверное, даже барак-газ был билд. Факта-реактор у нас ставится. Ну, походу, опять меха. Хотя, я не знаю, смысл с процессом меха играть какой-то вообще, если в этом вообще... Алию он не испортит, кстати. Вставочки все есть, и Тивай 1.6, точнее, Хира 1.60 против Тивая был. Хира со всеми вообще поварит. Завершена. И с креатором 1.2 на него вообще жесть, и на, с импактом 1.60. А не, 1.55 врубал с Тиваем, это же меньше. Эрок спиритолог, блин, что-то глаз побаливает. Вооружен и опасен! Так, фаржа у Хира пошла достаточно ранняя. То есть это гейт в робов плюс 2 гейта, плюс... А, 2 фаржи даже. Вот это интересный билд. Я такие билды всегда обожал в воле. То есть на двух базах подольше посидеть, потому что 2-2, например, очень ранее сделано. Так, кстати, Хира может затерпеть из-за своего билда сейчас не слабо, потому что смотрите, как здесь что за хрень происходит. Во-первых, Тивай, по-моему, в био собирается катать, то есть не зря ж Баларак на лабу перелетел. Во-вторых, у него Рейвен с мариками и танчики, то есть выход будет. Это все учесть, что он в 3 факторки, при... ой, в 30 цехи при этом играет. Да, Твайлайт под Грейда нужен сейчас и под все дела. Робок надо без бустов, конечно, строить. 1-1 грейдики делают, третий некс пошел. Достаточно четкий билд стороны Хира. Обсервер не дал ему проверить, что же здесь творится. Но вот иллюзии Феникса он быстренько все разведал. И можно проверить, не улетел ли барак там с лаборатории, например, на пофиг. А он не улетел никуда. Хира еще раз в этом убедился. Отменяется Steam, фугасы пошли, что ли? Оу! А чё Steam-то отменился? Вообще все отменилось нафиг. Короче, здесь интересный момент такой. Это тупо выход без вообще каких-либо грейдов. Плюс цеха полетит. А, или это просто пассивное занятие третье. Я думал, сейчас пойдет вперед у нас Тивай. И это все-таки мех, ребят. Какой-то обманщик прям. Два у Хира.
Путевая даже ничего не заказана пока что. Уже 8 гейтов у него. Уже третий Некс чуть-чуть качаться начал. Ну, эко примерно одинаковая экономика. Но вот технологии, да, тоже можно сказать, примерно может быть одинаковые. Но вот грейды совершенно разные, я вам должен сказать сейчас. Это архивы темпларов, то есть, видимо, будет архоны здесь в миксе. Но если Хира делает архонов, почему он не сделал первый чаш? Вот только сейчас он его заказал. И куда он вообще поломился, чаш? Надо ждать 100 секунд теперь до готовности чаша. Я не знаю, что он хочет здесь сделать вообще. Зелки архона еще варпятся. Так, один зелок вперед идет. Хира решил, что это био, походу, что ли. Так, он, кажется, понял, что это нифига не био. Ну, можно на мейн залететь, да, как бы. Ну, вот смотрите, вот, блин, ну как можно грейд за 100-100 забыть ключевой? То есть теперь не 2-2 бустится, а этот чарж долбанный из-за того, что Хира забыл его. И 2-2 теперь запаздывает на 50, ну, там, 50 секунд еще до 2-2 готовности будет. Так, зелки там. Слизь, еще один зелок залез вперед. Марики без щитов и без тима, надо понять это. Бедный Марик, а свой танк как его раскрошил сейчас. Призмой куда-то надо залетать. Ну, здесь все в туретках вообще вынесено, все туретки. Кстати, можно вот так вот облететь призму сюда, сюда, дропнуть 4 зелка, прям сюда вар провести и убить вообще нафиг. 2-2, вообще готовы грейды. Так, сталкер варпс. Там у нас, кстати говоря, между прочим, фьюжн кор. Для чего? Для батлкрузеров, что ли? Или для левераторов, вообще хз, для чего? Здесь Хиро встал, ждет какого-то выхода по ходу дела. Здесь аж две туретки, здесь третья, между ними не пролететь. Здесь раньше как раз здесь полетишь, две туретки тебя атаковать начнут. Залетает Хиро, куда ты летишь? Заметил все, он сразу же и тут вар зилотов попер. Будет атака интересная или не, так и не будет пока? Либераторов очень много укроется. Заходит Хиро наверх, вниз, вот сюда, короче, заходит. Пошла атака. Зилоты что-то там разрозненно идут. Хиро понимает, здесь что-то слишком много либерков отходит. Ему надо закатить 3-3 грейды. Ему надо просто больше сталкеров. Ему нужен блинк. Какие батлкрузеры с 0-0 против 3-3 сталкеров? Вообще не понимаю. Куда прыгают зелки вообще? Что-то тоже не понимаю. Так, пошла атака опять на вторую базу. Проход прям Хиро идет. На аминках. На танках все сливается. Вообще жесть какая-то. Варден шил против либераторов. Так себе оружие на самом деле. Хиро заходит им в тыл. Зайди ты, не стой ты под ними. Они же здесь не видят ничего вообще. Годично. Ну, благодаря апгрейдам даже, смотрите, зилоты даже умудрились пробиться к минеральной линии. Ко второй базе, к третьей. 24 рабочих Хиро вынес. В итоге выход батлкрузеров, мне кажется, не то чтобы не... Ну, нереальным здесь, но с такой экономикой тяжел этот выход будет батлкрузеров. Мимо турет пытается Хиро пролететь. Два зелка опять вниз. Призма на мейн. До варп сталкеров и зилотов идет. Кажется, это что? Ну, лимиты больше тевают до сих пор. Намного, чем больше. Либераторов Хиро чуть-чуть бивает. Призму потерял. Сталкеров отдал. Увидел батлов. Сразу же два Нексуса ставят. Хиро понял здесь. Вот мне, знаете, всегда не нравилось тоже вот эти билды с 2-2, зачастую 2-2 сделаешь, а потом на 3-3 то ли денег нет, то ли что, вот у Хиро такая штрень происходит. Кстати, я должен вам сказать, что против батлкрузеров новые сталкеры гораздо более действенны стали, потому что они, ну, их броня теперь как бы, ну, им не то что пофиг, но дэмэджа за удар больше наносится. Ну, сталкеры сейчас по тяжелым, кстати, у них 25 дэмэджа по тяжелым. Просто, блин, можно завыть. У меня горло враг болит. Тиранчику как батлы полетели, харасть уже. Здесь есть опс, Хиро спалит, как они сюда летят. И здесь есть опс, тут здесь темная зона только. А вряд ли туда попадет Тивай в нее. Либераторы полетели, Хиро уж там везде. Никто ставит 3-3 грейды, да. Блинк, да, блин, готов. 3-3 бустить надо. Стараться. Где либератор? Вот он летает. Здесь некуда сныкаться, либератор минус, батлы, я говорю, навряд ли в темную зону попадет. Как раз сюда в темную зону и попал, но одного батлкрузера спалил, смотрите, Хиро. Будет давар, да, сразу же на мейн давар сталкеров.
А тем че штормовик? У них нет энергии, братюнь, сейчас. Куда ты его варпанул? Смысл вообще у него? Удает хера. Еще сталкеров варп идет, еще сталкеров отходит. Телепорт будет отсевать, конечно, батлкрузер. Ну тут они не особо дэмэджа нанесут, то есть, понимаете, как бы, они что-то убили, да, то есть, ну окупилось ли это еще вопрос, потому что газа и минералов на выченьку юнита, у которого хп 550 будет потрачено достаточно много. Это факт. Надеюсь, батлкрузер на дальнюю базу летит. 1-1 воздушно играет после. Сталкера Ямато минус. Сделал одного севай. Телепортируется домой. Минки бегают на центре, непонятно. 136 севая, больше пулемет, самое удивительное. Но у Хира 84 пробки, экономика просто дичь. Плюс один на воздух Старгейты, Темписты или что это будет, без понятия. Но я думаю, против батлов нет смысла карьер строить. Потому что это Ямато и телепорт назад. Два Ямато минус карьер, телепорт назад. Поля пошли, да, Флитбикон, третий Старгейт, Даркшайн, Хира, все технологии делать, все правильно, пусть такого тирана надо. Надо занимать и эту базу, и эту, то есть стараться больше баз занять. У Тивая уже 8 батлкрузеров. Ну, кстати, если сделать сталкеров не... Ну, кстати, даже 18 сталкеров, они стопудово заваншотят батла с залпа. А когда ваншот идет, то... Тогда это значит, что... Можно не успеть тут телепортнуться. Хитрый Хира тут все законтроливать пытается. Минка пришла на Ксилнагу. Заметьте ее. Минус Минка, минус Сталкер. Точнее, минус Сталкер. Простите, Минка не минус. Ну, Ямато, да, кстати, я тоже заметил, я не прокомментировал это никак. Ямато, одно Ямато кинул у нас этот... Тивай в кибернетку, что это было, я даже хз. Ну, мисклик какой-то, походу. По три темписта уже вылазит. Плюс один на воздух есть, на второй играть, на воздух делать, атаку вторую. Я бы даже, может, кибернеточку вторую сделал на место Хира, почему бы и нет. Ну, это разносит базу. Надо уводить рабочих с мейна. Со второй пусть здесь лучше минералы останется, более дальние добывать вообще. Батлкрузер телепортируется, Зилла так разрезает. Он здесь. Ну, тут еще пацаны пришли. Мы не дадим сесть в базе, говорят. Что не дадите. Зилки на третью заходят. Тут батлы телепортируются. Есть либераторы, они зилков, конечно, развалят. Но зилки 13 рабочих убили. У Хир там запас уже ресурсов нереальный как накапливается. Здесь планетарка под зилками 3-3 морпится. 3-3-1, я бы сказал даже. Без шансов заморпить ее. Рабочий Хира выносит. Но это слив минералов, правда, единственное. Вот в чем минус. Тупой. Темпистов все больше и больше. 6-8 сейчас, плюс еще 6 гейтов Хира делает. Опа, лечительный дрон ставится. Самого Рейвена, кстати, он даже вылечит здесь. У Рейвена Хира вкусно ушел, лимит высвободил под несколько темпистов. Здесь сталкер чуть сверху пытается за... понапрягать. Оо, дарки. Надо даркам, кстати, блинк делать сейчас вот. Блинк убить туретку, блинк в Нексу, блинк в ЦСФу, и дарки вообще развалят. Темпистов что-то, по-моему, не очень достаточно. Здесь единственное. Что Хира делает вообще? Дарки вперед, сталкеров полезли. Ну, не хватило ДПС, чтобы планетарку выбрить. Батлы минки. 13 минок, 15 батлов. Опасный микс, ну... А, и 2-2 на воздух заходит. Блин, а Протосу хватит здесь вообще, чтобы развалить? У него есть запас, то есть Протос сталкеров сможет варпать, это очевидно, как бы здесь становится абсолютно. Батлы в темпистов тевая телепортируются, ничего себе, просто... Просто дичь, чтобы Ямато выкинуть, конечно. Минки под темпистов подходят.
Что сетевая, посмотрите, что творится. Минус темпсы-то все в хлам. Слились. Емат кидает. С Хира стало меньше лимита. Да в размен идти, конечно, убивать его и не париться даже. Я бы на месте Хира так бы и сделал. Пока десятевая база все выбьет. Хотя здесь продакшн, размен на самом деле так себе. Не факт, что он зайдет сейчас. Надо цехи быстрее сбривать. Батвы сейчас телепорт потратили. Понимаете, у них нет возможности домой телепортнуться. Вот что, минус здесь. Пока есть лимит, надо срочно варпить с Хира юнитов. Я бы на его месте Архона бы варпил бы еще. Почему? Потому что Архона газа много. Да и против батлов они нормально зайдут. Батлы пытаются улететь. Сцехи Хира все сбривают. Кстати, у него дарки, между прочим, есть. А дарки, это значит, что без сцехов их не обнаружить будет. Батлов. Тива они телепортируют еще две штуки. У них есть же ТП. Два батлкрузера отдал. Все, лимита тевая уже меньше, но боевого больше, правда. Летающие здания пока живут, но... Так, одна цеха выжила. Еще батлкрузер на муве слился, очень плам. Цехи там... Так, одна цеха будет у тевая, он к ней привязан. Надо старгейт Хира добавить один. Иначе без старгейта развалят его тевай. Это очевидно становится сейчас. Батлов у него 13 штук. И ну, это много достаточно. Делки с дарками, да, режут здесь все, что есть здесь. Все здания, получается. Я в лоб решил подраться. Да, минки можно срезать. Смотрите, скана-то нет. Агрессивный блинк вперед. Все, минок не будет. Ну, с одними батлами надо сталкерами подраться, Хира. Ваншот батл крузеров сталкеры делают. Нужно ли до конца здесь драться, Хира? Вот я не уверен, что-то надо отойти немножко назад. 60-130. Да нет, такой игрок, как Хира, разведет батл крузеров. Стопудняк вообще. Два-ноль Хира, ребят. ГГНчик. Тиваю, давайте повисит здесь с цехой. Побэмит немного. А я думал, повисит. Фак Дэвид Ким там что-нибудь напишет. Как так? Кто новый-то за баланс отвечает? Его не стали раскрывать после Дэвида Кима, да, походу? Ну что, дальше Хира будет биться с Креатором, с Импактом. Два матча у нас сейчас будет.
Так, сейчас Даша позвоню быстренько. Погодите, ребят. Беспокоюсь, забрала она там, нет? Так, кстати, сейчас, да, пильну рекламу. Помните про то, что премиум и просьба отключать. Ой, эти премиум отблоки, просьба отключать. Поддерживайте, возможно, мне мой канал. Всех с последним днем осени. Завтра зима у нас начнется, декабрь, скоро Новый год, там и т.д. и т.д. и т.д. Ну и я поправляюсь, чуть сегодня легче уже. Надеюсь, что завтра еще будет легче, как бы, и может побольше будет стримить вообще.
Ну что, пацаны? Hero Creator, погнали, ребят, карта у нас. Так, ну что, Ира начинает два гейта с мейна. Два адепта, все в рампе, здесь тоже все в рампе. Креатор синий 1 часов, Ира красный 5 часов. Здесь в центре Асталкер совершенно другой билд. Ну... И сможет Ира адептами понять, что здесь происходит, то можно будет центрюк пытаться срезать, например. Ну, пока что он за пробкой погнался. Будет ли Нексус, и когда он будет, непонятно пока. Старгейт дома Хиро ставят после адептов. Ну, это по старому стилю он играет, собственно, PvP говоря. Пробку слил зря. Здесь креатор четко пилоном блочит, все не дает Хиро пройти, зачем ему давать пройти? Хиро через фениксов играет. Очень интересно. А Нексус тут Хиро видел, он думает, что там оракулы все еще что ли по ходу дела. Зашел на мейн, центре минус. Пробки минус 4 штуки уже. Как непонятно что. А, ну, подумал, что не будет врываться Хиро по ходу дела у нас креатора. Хиро возьми да ворвись. Адептами сейчас. Ну, в итоге в плюс это вывел все дело Хиро. Сейчас 4 адепта слил с другой стороны. Сейчас Феникс и Харас еще начнется при этом всем. Хиро Робо уже есть. Телепортация завершена. Так, ну тут 4 феникса, 5 даже фениксов, Хиро летят вперед, ребят.
Есть два адепта, были Кира их держал. Продолжается Харас все еще. Кира, короче, больше наубивал, это очевидно, да, как бы. 15 пробок уже за игру он забрал. Вот, и Феникса еще не закончили свой Харас, они все живы до единого. Дома и Морклы строятся. Короче, уже Кира хорошее преимущество получил. А вот Робо Б, это интересно, что бы это могло быть? Неинтересно, это колосс или дестабилизатор, что вообще такое это будет? Три пробки минус еще. 59-80 по лету. Колосса, не дестабилизатор. Юхира, колосс нужен. Креатор сказал, в рот я тебя чихпых. Я ливаю, короче. Имба протсы. Ничего не сделать вообще. 1-0 хира, ребят. Вторая карта, ребята. Пусть вот так. А, Хира синий, я понял. А, не, наоборот, надо вот так вот надо. Хира теперь синий, просто он красный был вообще. Thank you.
Так, ребят, вторая игра. Мне человек пишет, надо было отписать. Очень много бустов у Хиро уже засейвлено. 110. Два буста! С одной стороны, как-то подозрительно, с другой стороны, Хиро не густит. Варп, например, то есть это пуш точно не будет никакой. Здесь Старгейт у нас. Может, тоже через Феникс хочет сыграть у нас Креатор, не знаю. Не пускает креатора наверх. Здесь у нас руба, батарейка у Хира, Нексус раньше. Короче, все достаточно стандартно. Здесь Оракул, здесь не Фениксы поперли. Разработка батарейка. Да не противоположные билды. Здесь вообще оракул. Креатор, видимо, испугался. Очень большой урон по центрям у оракулов, ребят. Поэтому даже батарейка вычинить не смогла одну центрю. Но вторая-то ведь выжила. Вторая-то... А, или третья, ребят, две упала, третья выжила, потому что оракул один погиб. И от двух не успевает лечить батарейка, от одного успевает, в принципе, легко достаточно. Отдать, а как ты отдашь-то, если тебе надо? Там же получается все к аккаунту привязано к твоему. Если там другие игры есть, то его и не отдать никак тогда. И это бред. А что делать? Минус иллюзия. В этот раз не ливнет креатор так рано. Это понятно становится. Но у Хира колосса, ребят, у Хира чаш. У Хиры плюс 2. Здесь третий Нексус. Не знаю, колосс пуш, как он сейчас решать будет или не решать вообще.
Ну, базовый выход со стороны Хира. Ну, вот это мне Вол напоминает уже. Колосса выход просто... Два колосса с рейнджом, ребят, и 8 гейтов, и вот вам, пожалуйста, архоны, чарж, все как полагается. Что есть у креатора? У креатора, давайте по армии посмотрим. Ну, зелков Хира сейчас увеличит количество. Креатор 4 зелка, 3 иммортала, вот его сила, 2 сталкера. Здесь 5 зелков архон, 2 колосса, 5 сталкеров. Не, ну Хира явно больше, хотя лимит боевой одинаковый вообще практически у нас, да, как бы. Качественный микс, я бы сказал. Только надо больше архонов сюда. Микс обязательно. Псагрил Хира здесь ему. Смотрите, прикольно как. Идет вперед. Плюс 2. Уже есть одна батарейка здесь. Не спасет точно. Надо идти. Помимо, чтобы колоссов кто-то атаковал. Занят, я не знаю. Зилот один тут поломился. Он поломился. Выжаривают Нексус колоссов. Все, лимит 75 на 60 в пользу Хира боевого. Продолжается движение вперед. Здесь уже можно на оклике вперед кидаться. Я не знаю, что Хира боится. А, ну он решил колоссами сагрить немножечко креатора, попытаться его заставить вперед идти. Может даже чуть повыше сделать. Вот тут иллюзия колосса, ну. Пошла так, по-моему, в предыдущий раз оклик Хира. Вот нажать спокойно и призвана. Ну что, заключительный матч данной группы у нас. Hero Impact сейчас будет. А всем еще раз здорово, ребят. Сегодня получше себя чувствую. Поэтому могу разговаривать, как бы, в отличие от предыдущих дней. Плюс Даша забрала Машу сегодня. Не нужно мне было в садик идти. Надеюсь, завтра еще лучше будет самочувствие. Завтра интересная группа на этом турнире будет, где играет Hellraiser, игрок из Украины. И завтра также будет на что? Завтра у нас будет с Hellraiser играть Innovation Rock и Zest. Такой вот у него группа. Вот. Ну а сегодня последний матч заключительный. Hero Impact, ПВЗ. Так, импакт выйдет даже с Хира проиграть, говорят. Короче, ребят, помните про поддержос, ребят, помните про подписки на премиум. Всем спасибо, кто поддерживает меня и мой канал, естественно. Ждем продолжения, мы сейчас оно будет. Это продолжение.
Так, резво как черкают пацаны здесь. Ну, пусть черкают, все норм здесь будет. Так, ну Хиро у нас получается 4-0 идет, 2-0 у него статистика как бы. Так, выйти 4-0, 2-0, да? 2-0, 4-0. Если он проиграет импакт, то импакт будет 2-1. Ну, будет 5-2, если импакт 2-0 выиграет. У Хиро будет сколько? У Хиро будет 4-2 тогда. Если импакт выиграет 2-1, тогда у него будет 5-3. А у Хиро будет 5-2, кстати говоря. Погодите. Что у Хиро будет? Да, у Хиро будет 5-2. Хиро с первого выйдет, что ли, проиграв импакту? Ну да, походу. Чимпак 2-0 надо побеждать. При определенных условиях 1-2 может быть у импакта и у креатора, и у TY. Вот так вот тоже. Но я там тоже надо считать по картам, короче, все. Так, дегенерата выпилил одного. Быстренько. Чё, пацаны пока сидят там. Не контролируют. Сир, где админ поддержал ваш канал на 150 рублей, сообщает, дурацкий вопрос, почему тираны ноют, что Протос им бища? Спасибо, Серж Зенман, ну как, почему, надо же кому-то поныть-то, баланс поменяли. Да сталкеры сильны, не, отчасти как бы да, соглашусь, некоторые юниты сильны, да, просто сейчас, но у тиранов много все изменили, но они ничего этого пока не используют, то есть... Баланс выясняется на дистанции, его тяжело понять сразу. Если ты делаешь то же, что и раньше, то ну тогда ничего ну, хорошего не выйдет из этого. Посмотрим, как Blizzard менять будет вообще. Спасибо всем за поддержку еще раз. Короче, после этого матча я буду закругляться, потому что сегодня особо... А, хотя сегодня Корсар Кап, кстати, да? Сбываем, ну, 9 начнется. Лучше не скоро еще. Посмотрим. Не знаю, пока морочится с Привет, Бруклин. Не морочится с Корсар Кабом или нет.
Ну все, поехали. Hero Impact. Ну что, пул первый у импакта, ребят, с мейна. Газпул с мейна первое. Приходит Хиро, видит хаты-то. Нет, сейчас увидит пул. А здесь вот где хата-то пошла. На золоте пошла. Одиссея первая карта. Импакт, соответственно, красный на 11, Хиро синий на 5. Такие вот дела. Так, чуточку FP сейчас закрою, тут реклам вперед. Ну, это будет печаль. Есть незакрываемая реклама, просто долго очень какая-то. Переводится сразу 7 дронов импактом на золотую базу. Ну, это хорошее количество такое. Но можно было бы побольше перевести, но импакт не стал рисковать, потому что остался бы без добычи дома на некоторое время. Плюс, как бы, он раскачает здесь. Хотя мне надо на пару, наверное, побольше дронов перевести, потому что здесь же максимально база сейчас будет раскачана, но похоже импакт и старую просто построит побыстрее, да, как бы. Плюс здесь здание будет он строить, на это дронов тратить, а здесь чисто королева и чисто минералы будет до 16 повышать количество рабочих и максимальный получать прирост минералов с этой золотой базы. Здесь же у нас все в стеночке снизу, пилон Гигаснефс, кибернетик, соответственно, был билд. И Твайлайт с глефами сверху, и Рободом. Это интересно. Кстати, глеф. Чего это интересно тем, что это похоже на вообще адепта пушку, это, возможно, даже улыновый. Приходит сталкер, спалил овера сталкером Хиро. Да, спалил, обходит сбоку, вот начинает его бомбить. Палит ли овером что-то импакт здесь? Похоже, что нет. Но и убить сталкера его не успеет. Ну, вообще уйдет он еле-еле. На два удара осталось. Ну, Хиро не стал не сгнаться. Во-первых, там собаки могут быть со скоростью принять. Во-вторых, там может быть... Во-вторых, он может не успеть туда пройти просто сталкером. В-третьих, он функцию свою основную выполнил. То есть он прикрыл свой мейн, свою базу от врыва оппонента и теперь не видит ничего импакта. А у него гидролинга прессинг, смотрите, что самое интересное. То есть это что значит? Трех адептов Хиро забирает и полетел. Импакт врывается. Что он увидит сейчас? Гиты? Да, увидит. А что он сделает? Гидру закажет? Да, пожалуйста, скажет Хиро, заказывай хоть гидру, хоть что. Без вот этого здания отбить это будет крайне сложно. Почему? Потому что адепты линга гидру унижают еще пламину. Голые. Голые адепты, голую гидру без беллингов с лингами. На золото уже идет врыв. Рабочие переводятся, переселяются подальше в золото. Хиро золото минуснет и дальше не пойдет, что ли, или что? Почему рабочий компакт сюда не уведет? Здесь же их нет вообще. Смысл здесь пытаться отбить золото, которое невозможно отбить.
Тут уже и беллингами-то импактовые не отбиться будет. Смотрите, ни у газа вообще нифига нет. Не надо одного адепта оставлять. Эти чертовы брудлинги его могут сгрызть вообще. Ну это 1-0 хира, мне кажется. Просто какой-то не... элегантно или нет, решать вам. Но просто какой-то разгром здесь, короче, произошел. Пришел Кира и разобрал импакта так, что, ну, видите как. Ну, просто он пришел и убил его, все. Адептами. Беллинг Нест построил, а на беллингов на трех в итоге ресурсов импакт нашел. Ну, тут без шансов вообще. Вообще. Так, ну что, ребят, погнали. 1-0 хира, пока как-то без интриги, без какой-либо все идет. Импакт больше пол первый не играет. Путь на Айвор, кстати, схожая с Одиссеей карта у нас вторая. Ну и посмотрим, что это на пути тут на Айвор произойдет вообще. Разведка от Хира, ребят, пришла. И он гигасник с Хирнетка. Опять 5 часов, опять Хира красный, импакт на 11 синий, как и на прошлой карте примерно. Появляется он. Здесь все в стеночке. Нексус делается, получается, как бы, и... С
стандартно достаточно от Хира. Твайлайт пошел. Угу. Повторение прошлой игры, что ли? Не знаю, ребят. Повторение, не повторение, но Твайлайт первый. Это либо Глефа, либо Дарк Хараска его, скорее всего. Ну, либо, блин, двухбасовый без грейдов. Я сомневаюсь, что Хира такой билд будет делать, если честно. Может зайти, конечно, в его руках тем более, но если Зерк поймет, что происходит, его задача просто собак заказать будет, и все. Много-много-много. В этот раз тем более импакт решил, ну зачем мне скрытные всякие пуши, я, пожалуй, скорость овером сыграю и разведаю все. Странно, что Хира не делает сталкер, хотя вторым бы юнитом... Смотрите, овер висит. Ну делай вторым сталкер, все, сбивай. Здорово, Андернейм. Здорово всем, кто недавно пришел. Это игра. Даже не матч, это игра может стать последней на сегодня. Как бы. У нас может, конечно, если будет желание, еще в 9 часов постримлю Корсарка. Не знаю, пока, если честно. Вот. Ну, всякое может быть. Шесть у нас часов, да? Все понятно. Три гейта, роба, да. Не, в этот раз не будет улынового, короче говоря, от хиренького урыва, но от его оппонента зато улын пошел. Беллинг баст, точнее дроп беллингов на мейн, дроп лингов на мейн. Дроп бейнов на вторую, здесь два линга забыл, кот полетел-то, забери их. Забирает импакт, еще и в лоб, да, будут линги, походу, заходить, да. Готов Хира, ну второй сталкер есть, на мейне два адептова, адепта сталкер варпит. Здесь три адепта центря вперед летят. Ну лучше не терять много рабочих на второй базе, Хира это понимает прекрасно. Ну потерял три это немного. Да все, как бы, наверное, больше и не потеряет здесь ничего Хира, как мне кажется. Ну, не сказал бы, что успешный Харас вообще. Да, ты можешь ладдер играть в лотов, это значит, что фри-ту-плей. Ну, там как-то надо отыграть матчи каких-то тестовых, там, 10 или сколько-то, я не понял так систему, но... Компания Волк, кстати, бесплатной стала, как, вот, и вот эта тема стала бесплатной, да. Ну, а ладдер можно катать, смотрите, ооо, здесь Хира просто благодаря своим этим центрям здесь просто утюжит рабочих на мейне, оппоненту своему. И еще и всеми ушел. Но это Хира, это сверхчеткий контроль, тут по-другому и не скажешь. Но тут, ё-моё, откуда? Опять бейндроп. Опять 8 рабочих минус и Хира. Сталкер подождали бы, ё-моё, ушли все юниты и сталкера. Хира опрокинул своего чё-то. Непонятно почему. Здесь еще вторая призма есть, дали. Линги рядом бегают, но... Не убивают. О, штормы от Хира шли. Шторм Харас вообще первый Старкрафт чем-то напоминает. За исключением призмы. Так, какой он ладдер мог играть с Волом? Че ты несешь? С Волом он мог только Вола ладдер играть. А теперь лотов открыт. Короче, ребят. Ладно, не будем отвлекаться. Лишний раз.
Интересно, опять Беллингропы. В этот раз на вторую. На третьей две сентри под батарейкой. Ира, блин, газ бьет еще здесь. Зачем он газ бьет, непонятно. Здесь не хватит, конечно, дамага сентри убить. О, залетают Бейны. Сразу дроп присек Кира. Два Бейна высадилось, но они ничего не убьют фактически. И даже пробку не смог сгрызть вообще, блин, она смыкалась газ. Дроп не зашел. Стабилизировалась у Хира ситуация. Колосс и блинк, плюс один. Здесь в муту выход идет. Четвертый хата есть. Экономика от Хира. Это эффективность от Хира называется. Два псиштормовика на два дрона разменять. Какой смысл вообще в этом? Ну, Хира хотел полетать, чтобы поубивать просто. Вот и все. Здесь несколько муталисков на мейн влетает. Здесь как бы сталкеры стоят вообще-то. Сталкеры говорят так. Мы-то здесь вообще стоим. Что ты прилетел, дружочек? Нет ваншот муталиска, либо не все стреляют, я не знаю, почему сталкер так происходит. Ну, напряг, мутка идет. 6 рабочих убил, но 6, поверьте, это немного в такой ситуации, прям не дико много. Второй кога, здесь вторая атака, колоссом дальность доделась. Есть уже шторм давным-давно, короче, такой микс очень лайтовый получается у Хира. И блинк, и колоссы, и шторм, и все дела. И призма живая, которую можно спокойно было повести, если бы Хира не тупил. Но теперь муталиски уже примут, собьют. Если бы он сразу ее уводил, она полетела спокойно. Сталкеры спускаются, колоссы спускаются. А, у него еще одна, поэтому он не уводил. У него еще одна призма есть, оказывается. Вот оно что. Саплай блок, правда, Хира слопотал откуда. Вон всего два строить. Че два-то все? Надо больше строить. Два пилона, 16 лимита, один варп с 8 гейтов. То есть ситуация надо 3, там 4 строить пилона. Пошел до варп сталкеров. 7 сталкеров, варп Хира 8. Ну и все, надо идти вперед, штормить, колоссов контролить, филды ставить. А теки здесь филды, здесь одна, 2 сентри. Здесь дефатонки вроде как есть. Штормовички что-то встают. Ну, Хира и на Гвардиан хватило, и на филды хватило, в принципе, здесь энергии. Ой, шторм по Бейнам подступающим идет, филды проходят. Колоссов можно бы и в призму было засадить. Архонт танчил Бейнов. Сталкеры отошли немножко назад. 130-170 по лимиту в пользу Зерга, между прочим, здесь. Мне говорит о том, что не так уж успешно Хира пуш проходит, но... Грейды-то только два когтя, ребят, и нет вообще ренжовых грейдов у Зерга. То есть это все нулевое, Рэлла Джерри Роучи с грейдами 0-0 получается. Ира делает агрессивный блинк, нахрена сейчас элегантные блинки в стиле Вердоса было делать, я не понимаю, вперед спешить так сильно. В итоге призма потеряна, 75 на 109, похоже на 1-1, потому что здесь Ира не продавливает. Становится очевидным. Хотя он может отступить, как бы, отстроить новых юнитов, колоссов там новых построить. Архонов, в конце концов. Ну, Хира этими юнитами покоя не дает оппонент своему. Муталисками можно было спокойно подрезать колосса. Хира мог спокойно сейчас после ошибки импакта подрезать муталиска. Но, короче, никто никого любезностями обменялись. Никто никому ничего не подрезал. Плюс 3 Хира делает, здесь реваджеры пошли. Конечно, что ж еще? А, вот, кстати, и оранжевый один грейдик подъехал. Надо пробить, да, пилон, потому что сентрям не выйти отсюда. Одного муталиска Хира забрал. Здесь фотонка есть, один остался. Ну, пусть живет один, что там делать-то. Надо шторм. Да, все абсолютно верно. Хира обязательно нужен шторм. Плюс 3 нужно бустить обязательно. Хотя куда Хира и бусты тратит? На мэне и на третий особо он никуда и не тратит. На второй нет, на второй потрачен. Да вот бусти и морфлы. Бусти плюс 3, я не знаю, в конце концов.
А Варсталкер еще Муталиск умудряется рабочую встретить, какой-то ветеран просто, я не знаю, воздушных войск, воздушно-космических войск импакта. 9 юнитов растрепал где-то, непонятно где этот Муталиск. Да, Хира меньше пулемета, но у Хира очень технологичный микс. У него Гвардиан есть, у него Колоссы есть, Иммортал есть один, там, Сталкер, понятно, с Блинком. Арконов сюда можно добавить, есть Шторм, и плюс третий Грейд доделывается, уже второй Иммортал подошел. Архончиков бы микс, да, на четвертый сейчас газ начнет Хира добывать, и Арконов под варту сможет. Ну, а вот это вообще не знаю, что Хира делает. Призма висит просто, ну... Висел бы дома хотя бы тогда. Просрал просто призму и все. Потому что она непонятно где висела. Кармы плотно ложатся, так со стороны Хира. Арконов трех прям в бою сливает. Навряд ли колоссы здесь чем-то сильно помогут Протосу. Потому что здесь они будут уничтожены за пару секунд караптерами. Но с другой стороны Арконы-то заморфили. Здесь 4 Иммортала против Роуч и Реллджеров. Они вполне себе эффективны. Хира дальше идет, надо гнать. Конечно, блинк агрессивный можно делать. Реллджера забрать одного. Ну, второго не получилось. Забрал дальнего. Ну, либо ближнего, либо дальнего забрал бы в любом случае. Так и было бы. Собаку с Ксилнаги чуть не убивает. Что за бред вообще? Ходит мимо Линга на Ксилнаги. 150-115. По лимиту все еще импакт плюсе здесь. В серьезном. У него уже пятая база качается. 76 дронов. Есть шестая. Хира здесь... А, погодите. А это кто сгрыз и когда... ХЗ вообще проморгал я, ребят, извиняюсь, кто здесь грыз, и когда Нексус 3 Хира, но у него нет, ему надо восстановить, постоять чуть-чуть надо. Но у Хира, кстати, 3-1 грейды делает, вторая броня, вторая, второй армор получается, как бы. Опять Беллинг Харас, 10. Как Хира умудряется здесь терпеть-то ему? Здесь вижен никого нет. Видимо, овер сбрил и... Так вот и получилось. Пробочек подстраивает. Ну там 200 на 130, несмотря на все технологии. И то, что импакт вообще забыл напрочь, что такое грейды. Хира что-то очень сильно отстает здесь все равно. Достаточно... Зачем сталкер вперед? Здесь не понятно. Достаточно ли у него шторма, например, будет вот в этой атаке против импакта, я не уверен. Так, импакт вообще на дальнюю идет базу или нет? Пока непонятно, как он вообще идет. Да, на дальнюю пошел базу сейчас импакт. Но развернуться напополам поделился, я смотрю. Заходит Бейн и заходит ногу чуть сюда. Штормы проходят. Колосс еле живой, но живой. Здесь сталкеры слиты, 108 на 140 по лимиту. Нексус, если Хира не отдаст, даже ну, 30 пробок, 30 рабочих осталось у Хира, да, ну, здесь ловить особо нечего, просто у меня такое ощущение возникает. У него 3-2 грейды, вот в чем здесь плюс. Но экономика вообще ни о чем. Отсюда надо рабочих он куда-нибудь перевести, там, в центр Хира идет. Ну, шанс на последний выход у него есть, конечно, здесь. Шторма достаточно много, но одним штормом сыт не будешь в данном миксе, получается. Колоссы пока живут. Караптеры новые вышли. Штормит на ура здесь Хира, конечно. Призму минуснул ему импакт. Базу потеряет. 69. Смотрите, боевой-то одинаковый почти лимит. Неужели Хира и здесь придет и просто благодаря шторму все убьет? Я отказываюсь, конечно, в это верить, но пока что вы видите, что творится.
Импакт, конечно, там массит просто нереально много ивентов. На крипе проблема в том, что тяжело будет драться. Хира против Бейнов, штормы не успевает кинуть. По арпунам по своим штормы пошли. Ну вот колосс пришел, конечно, ну а что колосс здесь делает? Арпуна, вот если бы на арпунов был два грейда на поля, а не на броню бы был грейд бы. Два грейда, было бы лучше значительно. Такие достаточно новые базы, Хира вынесет импакту сейчас. 4 пробки. Вот если бы он 4 пробки восстанавливал сейчас, да зелка-то одного пошли туда, ё-мо. Что-нибудь пошли базу-то добить. Во, добил базу. Давар в штурмовичков здесь и зелков. 2 плюс архона Хира сливает. 45-48 по лимиту. Ой, как больно карафтерам делают архоны. Королевы что-то импакта тупят. Остают куда два сталкера архон пошли, ни понятия не имею. Пытается импакт их принять реваджерами. Надо отступить назад немножечко. Сталкерами Хира прикрыл. Забрал все, отступил. Можно ли биться, спросите вы? Да нужно биться. Лимит-то почти одинаковый. 90 там на 108. Вот. Караптора Нексус заплевали. Понял, спасибо за инфу. Я что-то и проморгал это все. Здесь архоны пришли. Собак забегание не прокатило. Плюс архона вылечит. Батарейка. Ира еще одного караптора сейчас накажет. Да, минус караптор. Еще ничего импакт летает. Как нелепо, я не понимаю. 120 лимита. Импакт тупик в чем? Он не сделал. А, у него есть хайв, что у него с хайва есть. Блин, зачем он делал хайв? Я никакой технологии хайва вообще не видел. Даже адреналин он своим гигантскому количеству собак не сделал тупо. Вот у него хотя бы адреналин был, и то бы лучше бы было бы. Но, не говоря уже о ультралисках, и не говоря о том, что у него 2 когтя и 1 рейнджовая атака, он вообще не делал грейды. Из такой ситуации Хира вывез, это ж просто жесть какая-то. Мистер Камбэк Хиро просто, бляха-муха. Ну что, ребят, помните про поддержку меня и моего канала? Последний день осени. У нас сегодня, завтра первый день зимы, соответственно. Приходите завтра смотреть группу С, там Hellraiser будет играть против монстров просто. Innovation, Zesta и Рога. Так, ну а на сегодня пока что все, ребят, пока что все, с вами буду прощаться, не знаю, если будет желание, может быть 9 часов постримлю Корсар Кап, финалы сезона там или месяца, не знаю, но пока что-то у меня нет желания, если честно, как-то так. Все, всем пока, спасибо за поддержку, спасибо за все, респектос, вам увидимся. А это все на YouTube выложу, кстати, я обязательно. Вчерашняя запись тоже есть на Good Game, в группе ВКонтакте, смотрите. Ну, вчера как-то там я и Машу забирал, и сопли там почти не комментировал. Все, всем пока.